Мобильная группа по охране труда Лидского райисполкома и специалисты инспекции Госстройнадзора по Гродненской области проверили несколько строительных объектов в Лиде. Они побывали на площадках трех жилых домов и детского сада в микрорайоне Индустриальный, который возводит строительно-монтажный трест номер 19, стройвектор и ПМК-169. Главная цель проверяющих – определить, как на объектах соблюдаются правила охраны труда и насколько строительные площадки содержатся в порядке. Инспекция Госстройнадзора на данном объекте проводился мониторинг, в результате которого выявлен целый ряд нарушений, связанных с правилами содержания строительной площадки, охраны труда и так далее и тому подобное. После проведения мониторинга подрядной организацией приняты серьезные меры по наведению порядка, приведению в надлежащее состояние складирования материалов, ограждения строительной площадки и другим вопросам. Посещать строительные площадки с целью контроля соблюдения порядка на них мобильная группа по охране труда Лидского райисполкома совместно со специалистами инспекции Госстройнадзора по Гродненской области планирует и в дальнейшем. Уже на следующей неделе они отправятся в очередной рейд.